Всем привет. Продолжаем Spirit Farer. Почему-то мы оказались внизу. В смысле? А, я подумал. Ты чего? А, мы так будем ходить? Ну ладно. Черный плащ. И... ну да. Только свистни, он появится. Черный плащ. О. Кто у нас там стоит? Так, это вниз? Это можно заблудиться. А где книжка? Хм, прикольно. Угу. Так, ну выше нам не подняться. Опа. А кто это у нас тут? Приветствую тебя в моем скромном дворце, маленький путник. У меня здесь все высшего качества, а также крепко привинчено. Так что даже не думай одолжить. И все. Музыкальная шкатулка. Улучшение для ткацкого станка, наконец-то. Все, я пошел. Точнее, пошла. Оп, эй, в смысле? Там же, по-моему, что-то было, да, наверху? Вот, блин. Придется теперь заново идти. Так, стоп. Еще выше, еще ниже. А кот, по-моему, по лестнице, да, спустился только что. Да смотрит он, кто-то ходит. Так, можно подняться на балюстраду? Ну-то, оно туда не забирается, в принципе. Оп, нет. Блин. Как нам быть? Там уже есть вот сверху что-то, наверху. Тоже нужен какой-то навык подниматься еще выше. Сюда-то оно забирается. Туда уже нет. Ладно. Ой. Ну ладно. Ты нашла шкатулку. Отдай ее мне, пожалуйста. Кот там путешествует. Так, а мы ее отдали уже, да? Так, я не посмотрел на нее. Где она у нас? Ваша шкатулка, или мы ее уже отдали? А нет, вот она. Ключ от виллы Манджори. Музыкальная шкатулка. Это старая пыльная музыкальная шкатулка, заперта. Коллекция старинных монет. Мечта любого нумизмата. Да, такое слово есть. Надо продать коллекцию. В другой жизни с его помощью можно было найти стражей. Теперь оно бесполезно. Надо продать. Ну давай. Так тебе нужно отдать, да? Отдать. Спасибо. Я буду хранить ее. Ты нашла что-то еще? О, я и забыла, что у нас... Что это у нас есть. Это инструкция к машинке Golden Royale. Помнишь, это был главный приз в ежегодной городской лотереи. Я мечтал об этой машинке со второго класса, но отец запрещал мне участвовать в лотерее. Эта инструкция нам пригодится. Мы можем использовать ее, чтобы улучшить твой ткацкий станок. Неважно. Давай вернемся на корабль.
и забудем об этом месте. Да и пошла такая с плохим настроением. Прости, я сейчас не в настроении, да. Ну, понятно. А ты будешь есть? Не в настроении там. Так-то она успела, по-моему, кофе. Будешь моллюски на пару? Понятно. Извиняюсь. Перепутал блюдо. Да. Так, а тут есть? Ой. Что-нибудь. Семена льна, старинная картина. Ничего себе. Черный плащ. А, прикольно. Что, поплыли? Эй, нарцисс. Ты чего там? Эй, Стелла. Стелла, я... Да нет, забудь. Ностальгия не мой конек. Я даже немного рад, что его все еще в хорошем состоянии. Или нет? Ладно, давай сменим тему. Наверняка ты уже заметила вкладку «Улучшить» на своем чертежном столе. Там можно добавлять украшения в доме духов и рабочие блоки. Пора бы улучшить твой ткацкий станок. Добудь нужные материалы и вперед. Только так ты сможешь делать ткань из нитей. Иди. Я об этом и думал почему-то. То, что мы наконец-то сможем сделать ткань. Кстати говоря, я хотел еще, ну, пока она там лезет. Она уже не лезет. Передвинуть вот сюда этот самый станок, чтобы плотнее у нас выглядели постройки. Так. Построить, улучшить. Линейная нить нужна, опять же, сияющей студии. Ну, можно, конечно, поплыть потом будет к сияющему студню. Но все равно нужно лен сажать. Сейчас будет. Заберемся. Да, забрались. Эй. Почему здесь нету прохода? Так, он еще не созрел. По идее, здесь же тоже можно, да, сыграть песенку. Хоть это и не это самое. Вот не такое место там, где, типа, не этот самый, не огород, а ферма. Как там было на R? Нет, на F. Или на R. Вот она, R. A, S, S, A, A, S, 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 A, A, S, S. S, V, A, S, S, V, посложнее будет что-нибудь? Или мы все время будем играть такую песенку? В теории можно даже спать не ложиться, наверное. Пока тут все не вырастет, хотя... А вырастет ли этот лен, который я только что посадил? Может и вырастет. Как раз таки. Тогда сейчас его сорвем. Потом посадим. А там... О, вырос. А там, может быть, и сыграют... Как его там зовут? Саммер. Так, лен. Вот так вот. Для быстрого роста. Лен.
Давайте польем. Хотя, может быть, и не нужно. Оно вроде бы так уже влажно все. О, у нас уже рассвет наступил. Доброе утро! Доброе утро! Мне нужно швейная. Подожди, пока ты не зашла сюда. Ткать. Так, на Е, по-моему, да? Оп. 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 Не, ну неплохо. Так, в таком количестве. Добываем. Доброе утро, пчелка. А у меня тут сюрприз. Я опять проголодался. И решил как-нибудь это исправить. Сошел с лодки на берег и набрал ягод. Но слегка увлекся сбором и набрал слишком много. Вот. Хорошего тебе дня. А. Слишком много — это 4 штуки. Видимо, он набрал слишком много. И остальное просто сожрал. Последний раз. Послушай, мне нужно рассказать тебе про Дага. Он позвонил мне в ночь, когда умер отец. Мама была в самолете, и ему не с кем было больше поговорить. Он был очень вежлив, много говорил. Мы болтали сейчас, и он заплакал только дважды. Тогда я об этом не думала, но он был в баре. Странное место для бухгалтера. Он сказал, последние слова отца были о том, что он любит меня. Мы никогда больше не разговаривали. Так, куда нам нужно отправиться? То есть нам вот нужно сияющий студень. А что это такое такого типа? За шахта Калькштейн. Типа граница, как голубая. Или мы за нее уже плавали? Да, вроде бы нет. Сейчас посмотрим. И тут тоже белые. Или это граница какая-то, не знаю, там, территории. Так, ну, мне, во-первых, нужен сияющий студень. Ничего себе. 4-й уровень. Тут 3-й. Так, мы здесь. Тут у нас ящики. Тут у нас еще карьер Хосеки. Можно, конечно... А, ну туда нам нужно было отправиться, да. Так, а здесь? Вторая стадия, да? Ну, вроде бы нормально. Так, ну... А, ну, мы здесь. Блин. А здесь какая стадия? 3-я? А это остров? А, да. Баркенхайм Крик. Прикольно, здесь даже написано то, что есть там душа или нет там души. Нитки. О, нитки. У меня тут есть нити. Да-да, давай, заберешь. Да, заберу. Держи. Спасибо. Теперь, я думаю, нужно... Точнее, имеет смысл соглашаться. А то я все время отказывался. Теперь понимаю, что зря. А ну вот сияющий студень нам как раз таки нужен теперь. Так, а, ну. Ну да. А, стоп. А можно построить ему дом? Нам хватит. Я еще хотел посмотреть как они выглядят. То есть вот этот дом у нее с крышей. У нее без крыши. И тут тоже без крыши, да? У него дом. По идее, можно куда-нибудь сюда вогнать пока что. Тоже вот. Плюс-минус, да? Поставить как-нибудь так. Так тоже такое. Или так вот поставить. Так. Так мы не можем. То есть либо так, либо вот так. Это будет тупо, поэтому давайте пока что разместим вот так для него домик.
Ты только посмотри. Это идеальный росток. Он огромный, ну я заметил. И все это пространство для меня. Не терпится тут выспаться. Это просто прекрасно. Спасибо тебе огромное. Я этого не забуду. Что у тебя тут есть? Камни? Ты будешь на камнях спать? Тоже, наверное, как-то можно улучшить. Стелла. Стелла. Так. Улучшить. Льняная ткань. Чтобы смывать опилки. Сванец. Так, здесь Атул может заняться плотничеством. Угу. Алюминиевый слиток, дубовая доска, льняная ткань. Доска из ясеня. Порошок из кометы. И стекло. Фотография Атула из студенческих лет. Ой, что нам нужно было? А, да, кстати. Что там, мастеришь? Я еще здесь хотел. Ну, потом уже в дальнейшем посадить странные семечки, когда мы их приобретем у нашего товарища, который там плавает по разным полям и лугам, точнее по волнам. Да. Так, поливать надо? Или оно уже полито? Непонятно. Это вроде полито, а эти нет, да? Ну да. Так, выйди отсюда. Давай, сходим на остров. Заберем ресурсы. Стелла. Ты знаешь, когда я согласился на то повышение в глобу, я искренне верил, что у меня все получится. И почти оказалась права. Если бы не моя болезнь, я бы смогла сделать что-то важное. Когда я переехал на север, пришлось перевозить швейную машинку и фортепиано. Так что там я и осталась, чтобы больше с этим не заморачиваться. Куда бы я ни пошла, везде натыкалась на Макмиллонов. Чат все хотел, чтобы я проводил больше времени с ним и его друзьями. Но я им не доверял. Они просто придурки. А я такими словами не разбрасываюсь. Да, я хотел еще посмотреть, что они там по еде, пока я не ушел. Дом отлично улучшен. Ну да. Обнимашки. Обнимашки. Так. Что ты у нас будешь есть? Что-то у нас до этого ела. Понятно. Так, и у нас есть десерт. Сомнительное блюдо. Кофе. Десерта у нас, по ходу дела, нету, да? Ну, окей, сейчас сделаем. Так, это у нас ел. Хочет есть. Обниматься будешь? Будет. Да, светлее. Так. Моллюски? Моллюски. Сейчас сварганим. Так. Десерт. Рис. О, чайный рис. Это чай приготовить, очевидно. Земляника. Ну, давайте малину закинем. Готовить. Что, долго будет готовиться? Очевидно, долго. Так, и заберем сразу отсюда всякие там прилепиши. Так, тут есть что-нибудь? Тут ничего нет. Письма. Сплаваем на остров. Соберем. Ой.
Заберись на дерево. Точнее, на крышу. Да. Я, конечно, не знаю, есть ли смысл самому рубить эти деревья. Можно же было пойти просто купить. Ну, хотя, с другой стороны, просто так тратить эти блики тоже такое себе. Только посмотри на эти деревья. Да, смотри на эти деревья. Как я их рублю. Так, тут есть известняк? Нет, вроде бы нет. Нарцисс, ты где там? Потерялся. Тут уже вечер наступил. Давайте вернемся обратно. Посмотрим, как у нас там с вареньем. Или точнее с десертом. Блин. Нужно было закинуть, видимо, одну штучку. Чуть больно долго оно готовится. Так, ящики, кстати, тоже вот. Давайте сплавим сюда. Потом повыше. Я, конечно, удивлюсь, если мы по итогу окажемся в грозе посреди ночи. Так, что нам нужно было для улучшения? Надо, кстати, полить. Да. Уже, видимо, не надо. Ну да, сейчас скажешь, гроза, да? Быстрее! Гроза! Не бойся! Хочешь поймать как можно больше молний? Так держать. Просто стой под каждым ударом. Молнии! Молнии! Это молнии? Нет, вот молнии. Эй! И кота прижарили. Прикольно. Ну как прикольно. Не прикольно, но прикольно. Вот так вот. Эй, я же успел. Кот, котик. Я успею. Ну вот. Опять кота. Зажарили. А, да, там нужно было сияющий студень. О, как раз приготовился. Распустись там же. Заберем наш десертик. Так, фрукты пошёл. Да? Не понял. А где готовка-то? А, нам будет показано только то, что мы уже приготовили, очевидно. Так, морковку. Одну оставим. Хотя нам нужно было, по-моему, кукуруза еще. Сколько у нас кукурузы? О, старинная картина. Масло, холст. Едва читаемая подпись, искусственное применение кьяроскуро и сфумата. Надо продать. Так, а еще у нас там были эти задания. Это улучшение, это мелочевка.
А, у нас здесь поручение не будет, да, указано. Блин. Фигово. Поручения здесь нет. Сколько у нас всего этой самой кукурузы? 7. Ну, может быть, и хватит для него. Как только мы на него наткнемся. Что за звуки такие? Это... Кто-то спит так? Хе, прикольно, типа бассейн у него там. А я думал, что за камни просто так стоят. Так, у нас ночь. Давайте отправимся спать. Спать до утра, да. Что у нас там? Приготовилась? Я уже вроде бы ничего не готовил. Ну давай, пошли. Или готовил? А, да, я уж поставил эти овощи на гриле. Давайте сделаем чай. Наверное. Чай мы вроде бы еще не готовили. Чаёк, а вот и чаёк. Так. Ну да. Чашечка чая. Так, кофе. Тут у нас рыба. Так. А, не то. Гриб, земляника, лук, порей. Это все овощи, да, будет? Я так понимаю. Репа. Давайте, ладно. Доброе утро, Росток. Ты у нас раньше всех встал? Даже будить не пришлось. Вот, еще одно яркое ожерелье. Эй! Что? Ты не забыл, да? Сейчас скажет. В смысле? И чего? Ты не забыл про кухню? Ну да, я помню. А еще нам нужна была льняная ткань. Так, кофейная семечка. Земечка, блин. Доброе утро, Стелла. Доброе утро, Гвен. Так, это какого уровня? А, первого. Там были вот вторые, по-моему. Хотя это далеко путь. Ладно, давайте сплавим тогда сюда. Ну-ну. Перекус сейчас... Сейчас бы не помешал. На тебе, кофеёк. Это идеально сваренный кофе. Просто наслаждение. Так, где у нас змейка? А, вот иди. Доброе утро, пчелка. Вот тебе твой любимый десерт. Да. Каждый обед должен завершаться маленьким десертом. Так, моллюск. Сейчас доплывем до нашего студня. Что у нас там по льну? Лучше бы ты здесь сыграл бы мелодию. Она небось там где поиграла. Где огород. А вот и сияющий студень. Все, и там нужно поливать еще. Ну и что ты мне сейчас скажешь? Снова. И вот мы снова здесь. Медузы крадут весь свет. Они украли всю мою одежду. Всю мою надежду. Я никогда к этому не привыкну.
И какая-то часть меня убеждена, что это я во всем виновата. Ладно, можешь приступать. Готово? Да. Не бойся, Стелла. Они будут плыть прямо на нас. Они украли всю мою одежду. Я хотел сказать. Так. На нас. Вот этот мне нужен. Тот, что повыше. Нет, я успею. Эй, стой! Большая. Оп. Оп, оп. Оп. Ну, давайте еще большую. А, это же все блики, да? Блин. А мне нужно сияющий студень. А где он летает? А где он там? Внизу. Ну, по крайней мере, по две штуки хотя бы падает. А может и больше. Он там еще летит. А я даже не могу зайти полить огород. Нет, стой, стой. Стоять. Стоять, студень. Так, ну, мы уже достаточно много собрали. А ну стой! Да и ё-моё. Всё, да? О, ничего себе, какое огромное количество. Оп, так, прям по лестнице. Стоять! Ну и всё. Что у нас тут? Овощи на гриле. Так, кофе. Ну давайте кофе поставим. И можно улучшить теперь станок. Так, а куда мы приплыли? А, да, мы же плыли именно сюда, к этим медузам. Ну, попали еще к ящикам, потом можно, очевидно, к советам поплыть. Так, станок. Улучшить. Ткацкий станок. Да ты гонишь. Теперь мне нужна линия нить. Си, ё-моё. Пойдем поиграем. Мелодия. Хотя, возможно, у нас так есть. Этот самый. Лен. А может быть и нет. Что вот там за палочки внизу? Это типа стадии. Да какого ты делаешь? Ты, ё-моё. Не дали мне нормально поиграть мелодии. Кот что там застрял? Кот, ты что там застрял? Какая кукуруза, блин. Ну ладно. Случайно тыкнул. Эй, кот, пойдем. Ты чего тут приуныл? Так, да, лен. О, аж 9 штук. Может быть и была. Камера отдалилась и обратно не возвращается.
Так. Улучшить. Ткацкий станок. Ну, и... там, построить. На гентом. Прекрасно. Теперь ткацкий станок можно использовать. Разумеется, рабочие блоки можно улучшать. Теперь нужно найти для них чертежи и материалы. Стелла, думаю, пора показать тебе продвинутые техники работы с ткацким станком. Да, они существуют. Тебе нужно будет улучшить сам станок. Все зависит от того, как ты кладешь руки на станок. Изначальное расположение нитей тоже играет важную роль. Несколько простых хитростей, и ты сможешь создавать более изысканные вещи. Настоящую ткань. Ну-ка, пойдем посмотрим. Теперь мы наконец можем делать ткань из нитей. Ладно, ты пока иди. У меня камера отдалилась и больше не возвращается. Ну ладно. Готовить. Да зайди ты. Чего ты мне объяснишь? Льняная нить. Ткать. А у меня больше нету льняной нити. И чего? Я тут прикупил волокна. Я собирался напрясть из него ниток для тебя. Ну, если хочешь, забирай прямо сейчас. Держи. Как мне поменять? А, это типа из льняных волокон нить. А это из льняной нити сделать очевидную ткань, да? Давайте хотя бы 5 штучек для начала. И чего? Ты глянь. Так же будет просто. Я думаю, может быть, там посложнее будет, как на лесопилке. У тебя талант. И почему-то меня это не удивляет. Ты теперь настоящий профи. Мне больше нечему тебя учить. Но если ты не против, я сама попробую. Это поможет мне отвлечься. Ну, давайте для начала я сам тут. Соткую. Интересно, можно было сразу заложить и нити, и это самое волокно. Я даже не знаю, нормально с такой камерой отдаленной. Вроде бы и хорошо, а вроде бы и не очень. Надеюсь, она там потом поменяет при загрузке. Ну да. Давайте тогда еще улучшим нашу кухню. Если будет такая, конечно, возможность. Да. Построить. Стелла, у меня к тебе есть еще один разговор. Пойми, я очень благодарна за прекрасную каюту, но признаюсь тебе честно, там немного пустовато. Ты меня знаешь, я всю жизнь окружал себя бессмысленными глупыми вещицами. Я уверен, в таком доме мы можем создать что-то особенное, уникальное, элегантное и уютное. Что скажешь? Немного улучшения никому еще не помешало. Шикарно. Доверяю это тебе. Никакой спешки. Это я и так собирался потом улучшать тебе жилище. Почему-то вот здесь лен вырос быстрее, чем там, да? Оп. Так.
Улучшить. Ну, для начала посмотрим, можно ли мы улучшить. А, кленовая доска нужна. И здесь нужна кленовая доска, да? Так, окей. Где у нас там? Кленовая бочка. Пустая бутылка. Эй. Класс. Ты главное здесь стоишь, а ту. А про кухню ничего не говоришь. Или ты там спишь в темноте? Так, ну мы никуда не поплывем сейчас. А, может, потому что она уже готовилась до этого. Поэтому он молчал. О, да, реально. Теперь можно готовить из двух ингредиентов. Ну ладно. Подождем, пока он сам скажет об этом. А? Доски. Хватай доски. Я тут наделаю для тебя досок, Стелла. Прошу. Спасибо, доски. Блин, он так встал так неудачно. Так. Улучшение. Во-первых, что можно улучшить? Давайте посмотрим. И там уже, по-моему, есть самые... А, ну вот, да, кленовые доски, окей. Так, огород, точнее, поле не можем. Тут тоже. Тут мы вроде бы свое улучшили. Тут льняная ткань. Только нужно, ну, в принципе, можно улучшить. А, так это душ, господи. Я не так прочитал. Здесь какой-то огнецвет. Тут уже все улучшено. Тут тоже. А тут нужен чертеж. Давайте сделаем в таком случае эти доски еще. Так, а где лесопилка? Опять ее потерял. Кленовое бревно. Ну, почти. Да идем ее. Идеально. Вроде бы, да? Нет. Эй. Ну вот. А и камеру нам вернули обратно. Я не заметил. Давайте сходим поспим. Не успел, да? Не успел. Эй, там полили, там не полили, главное. Нормально. Ну что ж, отправимся к пролетариату. Пока что можно порыбачить. Потом улучшим домик для Гвен. Посмотрим на реакцию Атула. А если ее не будет, то приготовим блюдо. Итак. Морской язык. Ценное ожерелье.
Что такое? Очередной дождь? Очередной дождь? Или это гроза? Выглядит отлично. Как ты быстро справилась, Росток. Спасибо, что нашла на это время. Хорошая кухня, очень разумное вложение средств. Вот увидишь, ты не пожалеешь, гарантирую. И животик мой не пожалеет. Спасибо. Ну да. И он нам даже не объяснил, как мы приготовить можно. Так, а что если будет, что будет, если добавлю чайные листья и кофейные зерна? Но почему-то этого нам не дали сделать. Ну ладно. Так, а убрать можно? А если землянику и малину? Тоже. А если, кстати, а если чай, да? Да ладно. Ну ладно. Так, а если рис? Ну, вот рис, получается, можно приготовить с какой-нибудь, не знаю, с рыбой там, с капустой, морковь, репа. С деревом нельзя. Вот, не знаю, треска. Почему бы и нет? Так, давайте улучшим для начала домик для Гвен. Раз она нас об этом попросила. И, наверное, пока что на этом можно будет закончить. Так, уголок для чтения. Здесь можно отдохнуть после долгого дня. Вот, сразу у меня настроение увеличилось. Книжный шкаф. Коллекция любимых книг Гвен. Вот так вот. Полностью улучшена Гвен. Да. Ого. Эй. Не долетели. Дом выглядит гораздо лучше. Как будто все сделано специально, чтобы меня порадовать. Текстуры, оттенки. Уют. Просто идеально. Ты действительно выслушала меня и построила для меня такую чудесную каюту. Я этого не забуду. Настроение сразу упало. Так. Тут можно уже сорвать. Есть у нас что-нибудь, что такое посадить? Да, в принципе, нет. Давайте до... до 4. У нас вообще растет кукуруза, блин. Что у нас такое? Что у нас на ужин? Мой живот урчит. Вижу, ты прикупил кухонного оборудования. Теперь ты можешь накормить целую армию. Мне нужно подкрепиться. Что-нибудь такое, чтобы на весь день хватило. Отбивные, например. Мне бы сюда... мою кухню, специи и рынок за углом. Я бы что-нибудь сварганил. Но я не знаю, как все работает в этом мире. Придется себе придумывать все по ходу дела. В этом суть готовки. Это выдумка, в которой ты никого не обманываешь. Мудрые слова от твоей прабабушки. Вот это была женщина. Да, я думаю, где мне взять отбивные... Бивные, это же типа из мяса, разве нет? Вот, рыбный карри, кстати. Так, стоп, рецепт. Из чего сделать ваши обивные? Рыбный карри. Шашлык из кальмара. Вот, обивные. Свинина. Где я вам возьму, интересно, знать свинину? Так, рыбный карри. Где наша змейка? Ты здесь? Будешь рыбная карри? А, стоп, это же рыбная карри. О чем я? Это же рыба. А рыба она не ест. На тебе, овощи на гриле. Давайте хотя бы обнимемся.
Так, где выход? Я потерял. Будешь? Рыбный карри. Да, невероятный. Так. Обниматься. И обниматься. Так, где у нас Гвин? Я не знаю, мы, конечно, недавно уже вроде как приготовили блюдо. А может быть и нет. Ну-ну. Такое странное чувство. Мне опять хочется есть. А ты будешь рыбной карри? Спасибо. Мне понравилось. Давайте сразу обнимем ее. Я чувствую себя гораздо лучше. Ну и отправимся на остров. К этому самому. К пролетариату. Ну и, соответственно, на этом мы пока что закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Хорошего настроения. И до свидания.